求，不知我已这样奔跑了多久，我从出生就注定一生的寻求，远方那完美世界的爱和自由。Извините, а вам не жалко вот рыцарей на бой вообще сейчас отпускать? Нет, не жалко. Не жалко, да? Ну, им это нравится. Понятно, спасибо. Вы уверены, что они вернутся? Все будет хорошо, они вернутся. Они это часто делают, да? Поэтому да, мы уже не боимся. Фотоаппарат у вас тоже 16-го лета или 17-го? 15-го.
вперед! Костя, держи! Андрюха, сзади! Серега, работай, работай! Вот такая стрельба, она хорошо помогает в узких пространствах, таких как защищенные какие-то форпосты, когда нужно большое количество лучников уместить на маленьком пространстве. Построились на его порядок! Зал! Второй ряд! Целься! Зал! Второй ряд! Целься! Зал! Целься! Зал! Второй ряд! Целься! Зал! Зал! Читники сели! Зал! Пищу прямо сюда.
замечательный пир. И прошу моего оруженосца передать нашему дорогому, как сказал мистер Жан, гостю и другу Сарацину Сали вот эту вот великолепную свиную сосиску. Я слышал, что мусульмане их очень ценят. Это прекрасно! Мой верный друг и соратник, спутник, дружинник Григорий, он русский, он очень любит свиные сосиски. Мы благодарны вам, дорогой герцог! Чтоб он сдох, собака! Thank you.
Я подниму ее и верну тебе. Потому что свои перчатки мне жалко бросать в такую погонь, как ты. Они вам больше не понадобятся. Мессир, седлайте коней. Я его буду убивать. Седлайте его самого коня. Пусть же отправится он на конюшню и подготовится к турниру. She's a mutton lie, she's a lover, she's a mutton. She's a lover, she's a mutton. Это что, Ромчика? Снимать очки будет. Самое главное, щит, камчик, не бей, я сейчас буду. Щит поднимай, Thank you.
полки. Сэру Рейнольду не очень сражаться. Но есть еще одно горе. Дело в том, что я принес присягу сэру Рейнольду. И я не могу поднимать против него оружие. Что-то у них какая-то мутка-замутка. Сэр Рейнольд, принимаете ли вы мое поражение? Господа, наконец-таки мы с этим сарацином поняли друг друга. И кроме того, он наконец-таки одел европейские доспехи. Он заслужил мое уважение.